Так, слушаю вас. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Добрый день. У меня вот такой вопрос по поводу... Здравствуйте, Игнатий Тихонович. В общем, у меня вот какой вопрос. Я вам деньги-то там отправлял насчет книжек, чего там. Когда отправляли? Кому? Мне это скидывали номер Галины. Галины. Ну вы на как, куда отправляли деньги-то? Сбербанк. Ну понятно, а на кого фамилия? Галина, это у вас там было написано в этом, вы мне скидывали этот номер. Там вот по и книжке там все было. Ну и вы что хотели получить-то? Какие книги? Два новых завета я там скинул, на два новых завета. И вот на 8 книг, на пачку. На 8 каких книг? К истинному православию. Нового издания. Хорошо. И когда это вы сделали? Гладыщук. Ну, а когда... Примерно... недели две, может, где-то. Вот так вот, где-то две недели назад. Не знаю. И вам что, не поступило? Нет, мне вообще никто ничего не написал. Это, ну, так а вы, вы квиток-то послали, нет, что заплатили? Да, да, я вам послал там квиток. Кому послали? По квитку можно посмотреть. Кому послали? Вам послал. Ну, я не занимаюсь. Вам. Мне-то зачем вам посылать? Это надо туда, кто посылает, туда послать. Я-то не в деревне нахожусь, я ничего не имею. Вы не по адресу послали? Нет, да. Ну, конечно. Вы сделайте это немедленно, сегодня же. Напишите, какие книги, сколько заплатите, спросите, сколько будет стоить перевод. Вам она высчитает сразу, скажет, сколько, и все. У нас такого не бывает, ни одного случая нету, чтобы поставили деньги и в ответ не получили книги. Это немыслимо даже. Там не получали квиток, поэтому ничего они не знают. А я в деревне нахожусь, а я вообще ничего не знаю. Хорошо, что вы сегодня зашли. Значит, я... Ну, квиток-то у вас целый? Значит, я ошибся. Конечно. Квиток целый? Да, у меня есть это. Напишите, какого числа, чтобы она сверилась. Я его сохранил. Чтобы она сверилась, поступление было какого числа? Какого числа? Все. И сразу мне позвоните, скажете. Если туда пошлете, где назвали Гладыщук, Алена, она мне сразу сообщит. Вопросов никаких, ни грамма, не беспокойтесь даже, потому что вы не по адресу послали, ничего и нету. У вас ничего не пропало. Только сколько будет стоить пересылка, она вам скажет. Почтовые расходы государственные. Игнат Тихонович, я вот еще чуха. Ну вы меня поняли, нет? Что-то зависло.